ответьте на один вопрос. Кого вы считаете самым известным жителем города Владивостока? Я даже не знаю. Не могу сразу сказать. Ну, можно подумать. Панфилов. Панфилов, почему? Привет, мне нравится. Ну, я думаю, губернатор. Ага, губернатор. А, хорошо, а в Приморском крае? Ну, Фетисов тоже известная личность. А, Чуркову, которая придумала, почему на кондитерской фабрике, да. Путин. Путин? Почему? Потому что Путин президент России. Ой, большое тебе спасибо. А вы кого считаете самой известной личностью Владивостока? Путина. Да? Да. Большое вам спасибо. Никулышевского. Почему? Или больше? Потому что всегда едем по телевизору и дела его видим. Да? Спасибо вам большое. А вы кто? Никулышевский. Да, конечно. На сегодняшний день только Никулышевский на устах. Да? Да? Спасибо вам большое. Не знаю. Я не Владивостокская просто. А, ну, я с Арсеньева. А из Приморского края кого-нибудь знаете известного? Не знаю никого. Мужчина, здравствуйте. Ну, Лазо, например. Да? Почему? Ну, там вроде он высадился, основал... Ну, наверное, мэр. С таежными травами веники. А вы можете ответить нам на один вопрос? На любой вопрос, потому что я все знаю. Отлично. Кого вы считаете самой известной культовой личностью города Владивостока? Культовой личностью? Ну, я не знаю. Один я такой, самый умный, самый красивый. И делаю веники, понимаете, самые лучшие веники. Я вам покажу. Я вам дарю веник. Мне? Таких, да. Я дарите? Вам дарю, да. О, правда? Дарю. Правда. Большое вам спасибо. Ну что вы, да. Большое спасибо. Да, да. На здоровье, да. Мне подарили веник, представляете? Вау. Дубовый. Друг. Друг? Какой друг? Дэн. Дэн? Дэн самый известный в Владивостоке. Да. Большое тебе спасибо. Вот на таких Дэнах и держится Владивосток. Микулышевский. А почему? Потому что он как-то молодежь вас поддерживает. Ага. Мы уже пенсию нам тоже добавляют, но с молодежью вот этот университет, ну просто класс. Наверное, мэра города. Пушкарёв, Крок, кто еще там известный. А почему? Постоянно по телевизору ходит, там по радио. Ну как, кто губернатор? Почему? Ну, его все знают. Наверное, Муравьёв Амурский. А вы кого считаете? Вы знаете, если как бы говорить о сегодняшнем времени, то это, наверное, конечно, наш представитель местной власти, то есть, ну, поэтому... Губернатор, да? Да, наверное, губернатор. Как бы, да. Большое спасибо. У нас самый известный Пушкарёв. Пушкарёв молодец, парень. Ага. Очень... А почему он самый известный? Ну, он когда заступил, он много для города сделал. Очень много. И работает и сейчас еще. Очень хорошо. Ага. Вот а самый известный? Первый мэр города, который, надо прямо сказать, молодец. Девушка, здравствуйте, пожалуйста. Не могли бы вы ответить на вопрос, кого вы считаете самым известным жителем города Владивостока? Здравствуйте, девушка. Ну, на самом деле, я думаю, что это, скорее всего, мэра города Владивостока, начиная от Черепковой и заканчивая нынешним Пушкарёвым. Большое вам спасибо. Хорошего дня, до свидания. Чудесная девушка. Хорошего дня пожелала.